Небольшое количество участников, которые выступают на этапы гран-при, вам это нравилось или хотелось размаха, более острого соперничества? Нравилось. Для начала сезона это было неплохо, правда, порой ты попадал в самый сильный этап гран-при, где собирались вообще лучшие пары, но это было тоже интересно посмотреть, притереться так к соперникам, победить или где-то уступить, ну, бывало по-разному. Бывало и так, и так. Ну что, теперь смотрим за нашими. Люба Илюшечкина, Надари Майсурадзе. Серебряные призеры чемпионата мира среди юниоров в Софии прошлого сезона. У нас такая получилась юниорская группа. Кстати, тем интереснее, наверное, сравнить уровень их катания. Молодцы. Тройной тулуп, двойной тулуп параллельно. Обидно. Крайний выброс флип исполнился рукой, к сожалению, хороший выброс. Молодец, умница, молодец. Параллельное вращение. Обратите внимание, как составлена программа. Какие интересные связки, какие интересные переходы. Надо отдать должное Наталье Павловой, которая умеет вот делать такие интересные пары, интересные ставить им интересные программы. И, ребят, на мой взгляд, большое будущее. Алексей Соколов помогает ей в этом во всем. Скажу, молодцы. Признанные специалисты поддержек. Это очень хорошо. Это сложные переходы, интересные позиции. Яркая поддержка получилась. Лешка Соколов, который катался с Юлией Абертас, он был всегда очень силен в поддержках. И очень хорошо, что он помогает ребятам, работает с ними над этим. Дорожка шагов. Да, испытание в финале программы. Красиво. Молодцы, справились. Финальная поддержка со смены позиции у партнерши. И вот посмотрите, заход какой интересный во вращении парня.
судьи засчитают эти позиции? Засчитают позицию Бильман, вторую не засчитают, вторую, потому да. что не было достаточного количества оборотов. Нам нужно минимум три. Да, минимум три оборота, во вторую позицию они два оборота сделали, но... Алеш, по-моему, очень позитивное впечатление. Очень хорошо, совсем другой уровень, несмотря на то, что это юниорская пара. Абсолютно высокий уровень по сравнению с предыдущими дуэтами. Да, и... практически ровесники, 17 лет Любе, 20 Надаре. Чудесная девочка, очень хорошо смотрится с Надарей, они прекрасно катаются, на мой взгляд. Есть над чем работать, естественно. Наталья Евгеньевна Павлова, я безусловно об этом знает, и, ну, только удачи, только вперед. Молодцы, потому что участие на такого уровня турнире – это испытание. Вот если вчера они чудесно, ну, очень мне понравилась короткая программа, но там были какие-то заковыки небольшие, партнер присел зачем-то, когда уже исполнил прыжок в три оборота, да? Да. И, но при этом они как-то так с улыбкой к этому отнеслись и понеслись дальше, это здорово. И вот произвольная программа, ну, были шероховатости какие-то, но вот смотрите, замечательно прыгнули прыжок. Да. И добавили второй двойной тулуп. Вот очень сложный такой заход на выброс. Подкрут, прошу прощения, подкрут. Ну, сейчас все практически вот делают подкрутки, уже поднимая руки вверх, да, показывая. Там сложный переход показывают. Как это просто им дается. Обратите внимание, партнер не смотрел, куда он ставит руки, то есть это все делается на ощущениях, насколько это должно быть отточено, натренировано. Все они это сложно. С 2006 года вместе катаются. Да, всего лишь. Много достигнуто, да? Очень много, очень много. Девчонка, вот Люба, мне кажется, она создана для парного катания, это здорово. Ну, партнер поднимает, выбрасывает, да, это... Это тоже видно, это видно, что вот им приятно на них смотреть. Ну вот как раз вся команда в сборе. Все, кого вы представляли. Наталья Павлова, Алексей Соколов, тренеры и ребята. Стандарь, да. А внешнее впечатление, вот как на ваш взгляд, они внешне друг друга. Все-таки вот, это, вот этот внешний стиль, да, сочетание, так скажем, по габаритам, да, и по... неким линиям, насколько оно у них успешно, на ваш взгляд? Мне нравится мужественный, мощный, сильный партнер. И такая хрупкая, но при этом очень гибкая, пластичная партнерша. Ну что, мы их можно поздравить, у них очень хорошая сумма. 150 баллов 79 сотых, они сохранили за собой свою позицию, это их новый личный рекорд. Просто здорово, по-моему. Да, отлично, молодцы ребята. Поздравляем Любу, Надарию, очень хороший дебют.